3 минуты полезной информации для того, чтобы оставаться в теме. Здравствуйте. На электронный адрес проекта пришло письмо от нашего телезрителя. Какие ограничения существуют при ввозе подакцизных товаров с территории Российской Федерации? Ответ на вопрос у эксперта программы, начальника отдела контроля подакцизных товаров инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Сергея Осмоловского. Сергей Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Вам слово. Хотелось бы отметить, что при ввозе товаров с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с территории Российской Федерации на территорию Республики Беларусь, таможенный контроль и таможенное оформление не применяется. В то же время законодательством Республики Беларусь установлены определенное количественное ограничение для физических лиц, в частности, по подакцизным товарам, при ввозе подакцизных товаров. Таких как алкогольные напитки. Алкогольные напитки, не маркированные акцизными марками Республики Беларусь, допускается ввозить в количестве не более 5 литров на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. Тот же самый объем 5 литров допускается при ввозе непищевой спиртосодержащей продукции, либо непищевого этилового спирта. Что касается фальсифицированных алкогольных напитков, то их ввоз не допускается в любых количествах или объемах, так как такой нормы не существует. Дальше, значит, что касается табачных изделий. Табачные изделия, которые в виде сигарет, расфасованных в пачке, допускается возить не более 200 штук, то есть 10 пачек, если по стандартной пачке по 20 штук брать. Те сигары в количестве не более 50 штук. И табак, либо иные табачные изделия, не более 250 грамм. Некурительное табачное изделие, к которому относятся носва, снюс и так далее, полностью запрещены к ввозу. Законодательство Республики Беларусь запрещены к обороту на территории Республики Беларусь. Еще одним товаром, который ограничен к ввозу, является автомобильное топливо. Автомобильное топливо, норматив установлен на одну транспортную единицу. Если, значит, по вышеуказанным товарам было на одно физическое лицо, здесь на одну транспортную единицу. То есть разрешено перемещать не более 100 литров, возить и перемещать не более 100 литров автомобильного топлива, то есть или бензин, или дизельное топливо, сверх количества, которое находится в серийно установленном топливном баке этого транспортного средства. То есть можно заправить полный бак транспортного средства и еще с собой везти 100 литров. Это будет разрешено законодательством. Но только серийно установленный бак. Если будут дополнительные баки вварены в автомобильный транспорт, это уже будет расцениваться как превышение норматива, если будет там больше 100 литров. И, соответственно, за нарушение вот этих норм тоже установлена административная ответственность. Соответственно, следует придерживаться этих норм при ввозе. Тогда не будет конфликтов с законодательством. Спасибо, Сергей Леонидович. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами, будьте в теме.